совершенно нечитаемым именем, которое произносится как Шивон, Шивон Хикин Кеннеди и Дмитрий Дунь. Фигурист, который раньше выступал с Алисой Агафоновой, ну, вот вместе с представительницей, точнее, уроженкой Соединенных Штатов Америки, встал в пару и первый сезон вместе они выступают. Раньше Шивон выступала вместе с Александром Шакаловым, уже не первый ее украинский опыт. Посмотрим, как она будет смотреться в паре с Дмитрием Дунем. Третьи. Они были в квалификации, набрав очень неплохую сумму баллов, 7-3. Выступления понравились украинцы публике, ну, не впервой, как я уже отметил, а вот и Джон Керр